Сегодняшняя тема. Ученые из университетского колледжа в Лондоне проанализировали информацию о 8300 респондентах и пришли к выводу, что люди, которые рождаются с нормальным весом и не проводят слишком много времени в больницах, будучи детьми, с большей долей вероятности получают повышение по службе, занимают высокие посты и зарабатывают больше денег. Наша работа показывает связь между плохим здоровьем в раннем детстве и скромными достижениями на профессиональном поприще, отмечают исследователи, подчеркивая, что их выводы могут относиться далеко не ко всем. Современное лечение позволит быстро и эффективно лечить детей от различных заболеваний, избавляя их от трудностей, с которыми они могли бы столкнуться впоследствии. Существует немало причин, по которым дети болеют, включая врожденные заболевания, которые, к сожалению, накладывают отпечаток на всю их жизнь. Однако не следует переживать по поводу наших выводов, ведь многие люди со слабым здоровьем в детстве впоследствии делали успешную карьеру, объясняют эксперты, подчеркивая, что свои работы они лишь показали, как здоровье в раннем детстве может сказаться на социальных успехах взрослого человека. Ученые призывают сделать качественное и своевременное медицинское обслуживание одинаково доступным для всех детей. Источник healthdefisua.org Ставь лайк и подписывайся на наш канал.